DJ Prophet presents. In the beginning, there was the beat. Then it got faster. Finally, the bass music is the trend. Yeah! Bassland Show by DJ Prophet. Every Friday at midnight on BFM. DJ Prophet. Айе, всем привет, с вами DJ Prophet, это Bassland Show в колуарах DJ-студии Pioneer TV. И сегодня я буду представлять новые релизы, свежий Drum & Bass, конечно же. Итак, погнали! Немножко джамп-папа AMC. Красавчик. Hey,
listening to DJ Prophet. Electronic dance music on Bassland Show. Mind the gap between the train and the platform. Ребята, всем передаю огромный большой привет и большое спасибо, что остаетесь со мной. Неважно, где эфирить, главное, чтобы была музыка, аппаратура и микрофон. Just a second.
Возникают у многих вопросы, будет ли опубликован плейлист, трек-лист. Конечно же, как всегда я это делаю. И я думаю, уже сегодня появится отдельная аудиозапись, которую вы можете уже в течение ночи прослушать, также скачать эфир этот. Ну и в течение завтрашнего дня, может быть, опять-таки сегодняшней ночи, я залью на другие стриминговые площадки, где можно слушать онлайн. Это опять-таки подкаст Promo DJ и DJ Raw. Ребята, очень крутая работа, это Райда.
Композиция называется «Stranger». Очень клевая. В основном мне нравится здесь мелодия, проигрыш. Ребят, напоминаю, что с вами DJ Profit, Bassland Show. Каждую среду сейчас я поменял время и место проведения своих трансляций с 23 до полуночи, да. И в ближайшие пару, несколько месяцев, может быть, чуть больше, я буду вести трансляции из студии родной диджей-школы «Пионер Диджей ТВ», да. Также я являюсь преподавателем этого диджей-центра. Собственно, вы можете прийти сюда, посмотреть, как у нас здесь все обустроено. Буквально недавно нам пришло новое оборудование, новые комплекты, и мы еще оборудовали два стола для тренинга, поэтому welcome, welcome. Ну и также можете записаться ко мне на курсы, да. В общем, ребят, я хочу сказать огромное...
Огромное спасибо всем тем, кто пришел в прошлую субботу на наш родной фестиваль «Нейропанк» в Арбат-Холл. Мы праздновали десятилетие проведения в Москве этого фестиваля. Изначально, если те, кто не знает, это подкаст, который создал DJ Bass много-много лет назад. И, собственно, после того, как он приобрел определенную популярность, стали делать вечеринки, так как приходили запросы, типа, а почему не сделать, в общем-то, не потусить именно в клубе на танцполе под такую вот музыку от российских музыкантов и диджеев. Собственно, концепция этого подкаста заключается в том, что Бес собирает самые лучшие работы на определенный период и, собственно, записывает подкаст, их компилирует, определенный микс, рассказывает об этих музыкантах и так далее, и так далее. В общем-то, большое спасибо всем артистам, всем ребятам, которые пришли, посетили, более 1000 человек, это очень круто. Ребята, движемся вперед, впереди у нас в сентябре World of Drum and Bass, понемножку готовимся к нему. Официальный сайт drum.ru. Welcome, welcome! Ну а пока Bass & Show, DJ Profit, Pioneer DJ TV. Yeah! Как раз таки сейчас играет композиция от Synergy, одних из участников фестиваля Нейропанк. Композиция под названием Spiral. Yeah! Свежая композиция от Каликса и Тиби. Word up. Yeah. Electronic dance music from DJ Profit.
На самом деле, вот этот проигрыш очень напоминает тоже один из проигрышей из группы Prodigy. Не помню, Warrior Dance, по-моему, композиция. Не помню. Из клевых работ это Zombie Cats, называется Abandoned. Такое смешное немножко название, если на русский. Это ремикс Трило, очень мощный, забойный. Друзья, напоминаю, что с вами Baseline Show, DJ Profit. Yeah. Очень крутая работа, Future Beats такой, это Misanthrop и Face, Sex Sells. В ремиксе Face и Ave Maria. Очень-очень клевая. Я ее когда первый раз услышал, думаю, вау, Baseline Show порву. Ребята, всем привет, кто смотрит прямую трансляцию, респекты от меня лично. Да. Fill the overtime.
Keep it locked to DJ Prophet. Bassland Show. With DJ Prophet.
Thank you.
Хочу озвучить один из вопросов в трансляции. Будут ли приходить гости? Да, будут, конечно же. Один из ближайших, которых я хочу позвать, я уже его пригласил, Славку, мистер Фрэнки, который, собственно, сделал замечательный хит «Bass Symptom». Да, не раз его играл, продолжаю играть там и так далее. В общем-то, человек, у него есть второе название проекта «Phlegmatic Dogs», да. Но в любом случае он придет сюда, я думаю, и поиграет немного флегматика, своих треков, бейсхаус и также нейрофанка, конечно же. Bassland Show with DJ Prophet. Я надеюсь, вам нравится моя сегодняшняя подборка. Представляю новинки. Ну, в любом случае, свежие треки. Это к марта-апреля. И, кстати, всех поздравляю с 1 мая, друзья. Да, ура!
композиция от нашего парня Кира, мой тезка, Кира Петров, Снов, его псевдоним, трек под названием Never Know. Ну и, собственно, я ждал этого вопроса, который написали, что случилось с DFM и так далее. Но на самом деле я уже в пресс-релизе к этому эфиру тоже написал то, что, не вдаваясь в подробности, я на самом деле не хочу об этом говорить, рассказывать. В любом случае, у меня пока что пауза с DFM. Соответственно, и эфиры там, записи не идут. Поэтому все прямые трансляции идут только от меня, там, где я, в принципе, появляюсь. Где есть микрофон, вертушки и, собственно, я беру с собой ноутбук, музыку, флешки и, собственно, делаем свое дело. Продолжаем толкать драм-н-бейс направление в массы, играть старенькое, новенькое. В любом случае, это, собственно, мое все. Я очень это люблю, поэтому я еще раз хочу сказать всем огромное спасибо за то, что вы, собственно, со мной. Ну и, собственно, запись, как всегда, да, будет... В скором времени в эфире смонтировано это как отдельно видео с хорошим звуком, так и отдельно аудио. Ну а пока что мы продолжаем Бейсленд Шоу. DJ Prophet, пионер DJ TV. With DJ Prophet. Some of the kids from the neighborhood carried my mother's groceries all the way home. You know why? It was out of respect. Bassland Show. With DJ Prophet. Да, вначале поставил от ShyFX такую инструментальную версию. Ну а сейчас оригинал, классика, джангла, олдскула, оригинал НАТО. В простонародье эту композицию называют «Оленевод». «Оленевод». Man, big in a jungle. Ooh, hey.
know you can watch it. Big in a jungle. Who tell you boy, what you know, man? Me at the nutter, original man, my bad, my bad nutter. Ребят, можете не переживать, будет и трек-лист, и плейлист, и все что угодно с этой трансляцией, конечно же, как я всегда это делаю. Поэтому, кстати, есть небольшой анонс, то, что в следующую среду меня не будет, потому что у моего отца день рождения, 9 мая, поэтому я буду находиться с ним вместе, рядышком на даче, поэтому... Через неделю мы эфиры Basement Show, конечно же, продолжим. Немножко отдохнем, так сказать, и я, и вы вместе. Но этот эфир в скором времени выложу. И, собственно, время эфира подходит к завершению. И сейчас я, наверное, уже поставлю заключительную композицию на сегодняшний эфир. Да.
В общем-то, ребята, на такой замечательной композиции, летней, эй, радостной, я хочу завершить сегодняшний эфир Space Train Part Time Love. Ремикс, там очень длинное название. В любом случае, в плейлисте, в трек-листе все это увидите. Спасибо, что были со мной, я всех обнимаю крепко. Всем ЗОЖ, спорт и, в общем-то, теплые деньки опять-таки наступают. Начинаем гулять, отдыхать, в общем-то, до, через среду, хотел сказать до встречи. Через среду, да, мы продолжим эфиры Basement Show в кулуарах Pioneer DJ Studio, Pioneer DJ TV. И Мишке Горохову большое спасибо. Все, ребята, пока, всем спасибо.